вам не кажется, что это слишком жестоко? О, да брось, она это заслужила. Хана! Что такое? Куда это она пошла? Мы просто пошутили, Ханна. Нет, черт! Для начала хочу сказать, что безумно рад поприветствовать всех своих дорогих друзей на ежегодных зимних каникулах в Блэквуде. Я бы очень хотел, чтобы мы все здорово провели здесь время, и пусть эти каникулы будут незабываемыми. Ради моих сестер. Мне нужно найти Сэм. Ничего себе. Готовы снова подружиться. А меня посадили назад. Рядом с Джошем. Вот и все. Бум. Эффект бабочки. Гора будто с каждым годом становится выше. Правда? Как ты не замечал? Ты здесь вырос. Тебе она должна казаться меньше. Да, пожалуй. Вы бы тут хоть сотовую вышку поставили. Телефон вообще не ловит. Если у тебя есть лишний миллион, тогда мигом устрою. Да, конечно, сейчас. Оставил в другой куртке. Упс. Здорово. Вы нормально добрались? Ага, неплохо. Вот жаль только тут нет носильщиков. Добрались нормально. Только, честно говоря, мне здесь немного жутко. Эй-эй-эй! Ну так что, будем веселиться? Конечно. Так значит, Мэтт сошелся с Эмили. Похоже на то. А Майк что думает? Есть подозрение, что Майку сейчас немного не до того. Хм. Ах ты ж, вот зараза. Что, примерз? Ну да. Другого входа нет? Их здесь миллион, но все заперты. Что, здесь нет ни одного окна, которое можно, ну, типа, поддеть? Не понял, ты предлагаешь вломиться? Ха, да ладно, какой же это взлом, если ты хозяин? Эй, я могу и полицию вызвать. Да шучу я, взломщик. Привет, Эш. Привет. Все нормально? Да, замерзла только. И, честно говоря, неуютно здесь как-то. Жутковато сюда возвращаться, да? Да. Эшли сегодня потрясно выглядит, да? Вот уж точно в тихом омуте черти водятся. А с виду тихоня. Да, я бы совсем не прочь покувыркаться с ней в снегу. Эй, давай не будем. Ну, если ты не возьмешь дело в свои руки, тот же Майк тебя перед... Слышь, отцепился бы ты от меня. Да я так. Проверяю, что у тебя там все в рабочем состоянии. Ну да. Послушай, ну оглянись, посмотри, какая красота. И здесь нет родителей. Что может быть романтичнее, чем эта прекрасная обстановка, сулящая любовные приключения? Ты и Эшли наконец-то наедине. Ты все подготовил. Ты был настоящим джентльменом. И теперь она от тебя не уйдет. Ты прав. Ты охотник, братан. Бесстрашный, беспощадный. Все, я никуда не деться. Ладно, ладно, я понял, ясно. Ну так что, как будем вламываться в дом моих предков, друг? Я не говорил, что знаю как. Я понял так, что знаешь. Давай, соображай быстрее, взломщик.
Иначе 4 прелестных леди отморозят себе булки. И уж поверь мне, это скажется на их настроении. Ну да, кто любит холодные булки? Черт, телефон почти сел. Пришлось отключить GPS. Только я добрался туда, где он может быть нужен. Опять ты о телефоне. А что такого? Ты только о нем и говоришь. Ну, это же незаменимая вещь. У тебя есть приложение для открывания дверей? Нет. А, чтобы девицу развести? Так. Да ты у нас голова, хвалю. Порядок. Надо было чаще на скалодром ходить. В спортзал, что ли? Ну, там, где по стенке лазят. Опа. Это я сделал? Да нет, вряд ли. Вот, держи. Стой, Крис, у меня есть крутая идея. Да? 100 пудов. Что за идея? Так, значит, в какой-нибудь из ванных комнат наверняка есть дезодорант. Попробуй-ка его поджечь. Я что-то не понял. Зачем мне его жечь? Он пшикает, это спрей. А, да, теперь понял. Огнемет. Мы так в солдатики играли. Ага, и расплавили. Короче, направь спрей на зажигалку и... И замок оттает. Точно. Ладно, ты понял. Мне тут надо кое-что сделать. Готов немного поохотиться в темноте? Нет, но придется. Бог в помощь, пилигрим! Круто. А? Это еще что? Смешно. Как ты узнала, что это я? А может быть, все-таки ты откроешь нам дверь? Сейчас.
Здравствуйте, миссис Вашингтон. Это снова сержант Тейт. Боюсь, у меня плохие новости. Мы проверили его досье, сделать ничего невозможно. Он на свободе. У нас нет законных оснований ограничивать его перемещение. Я знаю, это не то, что вы хотели бы услышать, но если что, звоните. Конец сообщения. Так. Новых сообщений нет.
растут. Уже булки все отморозили. Благодарю, благодарю. Я буду здесь всю неделю. Ой, черт! Черт, опять этот зверь. Что это?
Все нормально? Это медведь или тигр или... О, да это просто миленький малыш Росомахи. Малыш? Ничего, дружок, скоро ты вырастешь. Дом, милый дом. Я бы не назвал его милым. О, мамочки, как хорошо быть под крышей. Хотя тут тоже очень холодно. Я разведу огонь. Все на прежних местах. Тут никого не было. А как же полицейские? Сюда мало кто приезжает. Угу. Как дела, тусовщики? Привет. 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 Здорово. Чувствую себя как дома. Окей. О, господи, это так пошло. Ты пытаешься всосать его лицо? Эмми. Ну, правда, ты посмотри, как она старается. Расслабься, милая, никому твой майк не нужен. Прошу прощения, ты что-то сказала? Ты что, не расслышала? Уши заложила. А ты, похоже, страдаешь, что не прошла отбор. Да, твой красавчик только тёлок выбирает. И ты корова с медалью. Вот это уела. Я первая красотка класса. Ты бы, может, поскромнее немного, Джесс? А тебе завидно? Сам выбрал себе фригидную. Слушай, ну зачем ты так? Ну и что? Мне вообще насрать, что ты думаешь. Я хоть умею думать. У меня высший балл на выпуске. Мне не придется, как тебе ноги всю жизнь раздвигать. Да? А на кой мне сдались твои оценки, когда природа одарила по полной? Да ладно. Ты-то своей отвислой задницей на хлеб не заработаешь. Серьезно? Это типа оскорбление? Эта сучка что, под крэком, что ли? Эмили, хватит! Что за бред? Нашли, из-за чего так ссориться. Да, Эмми. Почему ты лезешь в драку за своего бывшего парня? Хватит! Мы не за этим сюда приехали. Это очень плохо. Не то, чего я хотел. Так, если мы 10 минут не можем провести без ссор, может, устроим перерыв? Майк, почему бы вам с Джесс не заглянуть в гостевую хижину? Да, хорошо. Пройдемся? Лишь бы подальше от нее. По тропинке прямо. Вот женщины. Да ну. Ну что, Джош, разведем огонь? Где моя сумка? А? Сумка, маленькая сумочка, ну, с розовым, на Родео Драйв купила. Мэтт, ты меня слышишь? Ну ты что, не помнишь? Рядом с магазином итальянской обуви, где я взяла шпильки, а ты свалил вешалку, заглядевшись на девицу за прилавком. Эй, она просто спросила про надпись на футболке. Ага, конечно, насрать ей было на твою дизайнерскую футболку. Да что ты прицепилась? Найди мою сумку. Господи, Эмми, ты могла просто забыть. Чтобы я забыла сумочку? Ну... Сдурел? Ладно. Да ты ее, небось, на фуникулёре оставил. Ну, милый, пошли искать. А потом согреемся? Еще как согреемся. Ладно. Ладно, идем. Так, а я ванну приму. Экскурсия. Секскурсия. Тоже неплохо. А далеко тащиться до этой вашей хижины? Эта хижина будет самым уютным и романтическим любовным гнездышком в твоей жизни. Еще бы до нее дойти. Ну, надо же верить в удачу. Ну, может быть, она тебе и улыбнется. Эй, порнозвезды! Вы забыли это! Порнозвезды? Я бы позырил. Как пошло. Простите, что выставил вас. Да забей. Но я думаю, вы там найдете чем заняться. Угу. Ну и ты там не скучай. О, чуть не забыл. Вам нужно завести генератор, чтобы осветить дорогу. Там темнота. А, я понял. А Джон со мной заигрывает?
Отлично. Возьмем его с собой. Ты серьезно? Что? Нет. Тут я могу тебе помочь. И как же ты это сделаешь? Да, есть кое-какие задумки. Похоже, это надо как-то включить. Джош вроде говорил про генератор. Эй, Майк, ты вообще собираешься искать генератор? Посмотрим. Бум. Неплохо, Майк. Ух, ну ты волшебник. Сезам, а ну откройся. Неплохо, да? Да, полный восторг. Хрен. О, да, сплошные хиты. Тебя возбуждает? Пока что-то не похоже. Еще как возбуждает. Маленькое приключение. О, секс поход. Полицейская. С прошлого года. Могли бы и убрать. Дело так и не было закрыто. Меня прямо дрожь пробирает. Все как в тумане. Все почти забылось. Зато я вот прекрасно помню, как мы в тот раз устроили тупой дебильный розыгрыш, который стоил Ханне и Бет жизни. Эй, стой! Кто ж мог знать, что они в лес рванут? Да. Кто мог предположить, что они сделают такую глупость? К хижине-то мы не пройдем. Тропа завалена. Нет уж.
Я ни за что не пойду назад в этот музей восковых фигур пить горячий шоколад. Джесс! Черт! Джессика! Я тут. Все нормально. Блин, ты меня напугала. Думаешь, мне понравилось? Руки и ноги целы? Ну да, руки и ноги вроде на месте. Все 7 штук. Ага, смешно. Сама вылезешь? Не знаю. Я же тут почти ничего не вижу. А, сейчас к тебе спрыгну. Погоди. Эй, милый, помоги-ка мне сдвинуть тележку. Ну, давай, помоги мне. Сейчас. Я, конечно, надеялся потрахаться, но немножко по-другому. Говоря, у меня от этого места мурашки. Не могу сказать, что это приятное чувство. Может, тебя обнять, поддержать? Давай сперва до хижины дойдем. Хреново здесь техника безопасности. Я думаю, пора валить. Боже, как тут все еще не рухнуло? Надежда. Ну-ну, я думала, тут реально хижина, как у Линкольна. Сейчас увидишь спальню Линкольна. А ты что, решил поиграть со мной в президента? Прокатить на борту номер 1? Ладно, только не надо предвыборной агитации. О, телескоп! Поглядим на деревья, поглядим на небо, поглядим на хижину. Опа! Что? Возле хижины кто-то есть. Да? Дай гляну. Эй, Джесс. Угу. Далеко не отходи. А что такое?
Тут предупреждение, что здесь водятся бурые медведи. О, Майкл, у меня есть крутая идея. Ну? Обнимем медведя. Давай, ну, пойдем. Что? Джесс, ты что, обалдела? Отвечал на ее брачный зов. Надо же, везде успел. Да, делюсь любовью. Испугался. Джош, не мог хотя бы дорогу для гостей слегка расчистить? Брось. Что? Не знала, что ты из тех, для кого стакан всегда наполовину пуст. Что я такого сказал? Ну-ка, отойди, нытик. А, ну-ну, выпендрешь. Эй, Майк, что это у тебя такое на лице? Бум! Ладно, ладно. Сама напросилась. Джесс! Джесс! Сэмми! Что? Не хочешь помочь мне разжечь огонь? А я думала ванну принять. О! Тебе в этом деле помочь не надо? Как смешно! Да ладно. Что, Джош, сумеешь подключить горячую воду в своем роскошном доме? Можешь, друг, мы в тебя верим. Да, конечно. У-ху! Давай, Джош, давай. Ладно, вы там, на галерке.
Есть для вас одно предложение. Какое? Так вот, я почти уверен, что где-то в этом безумном доме завалялась гадальная доска. Чего? Вау, гадальная доска? Да ерунда это все. Так, для хохм. А вот и нет, братан. Мы часто вызывали, я и... Ну... Эй, Джош, отсутствие горячей воды – это очень большой прокол. Да, да, нужно просто бойлер включить внизу, в подвале. Ладно, вы пока поищите гадальную доску. Крис, пошли искать. Пороемся в разных сокровищах. Ну, ладно. Давай. Класс, вы не пожалеете. Пойдешь за компанию? Не зря дал Крису и Эшли совместное задание. Пускай побудут немного наедине. Такая сладкая парочка. Скорее бы они уже решились, наконец. Да я тебе говорю, им просто нужен какой-то толчок, какое-нибудь жуткое событие, чтобы они сблизились. А то к тому времени, как Крис соберется с духом, мы все уже посидеем от старости. Знаешь, Сэм. Да, что, Джош? Я хотел сказать. Что? Для меня очень важно, что все снова приехали в этом году, и что ты приехала, Сэм. Джош, мы с тобой. Если тебе что-то нужно, просто скажи. Мы со всем справимся. Вместе. Я хочу, чтобы всем понравилось. Тут осторожно. Да я уж как-нибудь осилю эту старую лесенку. Пришлось затащить тебя в самые недра. Лишь бы в конечном итоге была горячая вода. Ну, я к тому, что одной тебе сюда ходить не стоит. Ясно? Да уж. Здесь жутковато. Ага. Сюда не стоит ходить одной. Бейсбол в снегу – это, наверное, жестко. Ну, мы же не зимой играли. Тут было так круто летом. Мы каждый раз приезжали сюда всей семьей. Мама, папа, сестры и я. Мы устраивали настоящий полноценный матч на большой лужайке. Это все не вернешь. Новая реальность, да, Сэм? Короче, сейчас нужно починить эту штуку. Ты можешь подержать? Что это? А что там? Ты посвети сюда, чтобы я видел, что делаю. Можешь светить сюда?
Мне нужно видеть, что я делаю. Отлично. Так, первым делом нужно увеличить давление воды, а потом можно включать бойлер. Звучит очень сложно. На самом деле это проще простого. Ничего, просто давай еще разок. Успокойся. Все просто. Жми кнопку, когда загорится лампочка. Да ладно, ладно, сейчас сделаю. Ага. Молодец. Дай пять. Да. Что за фигня? Это может быть все, что угодно, но ничего хорошего. Эй, прекрати. Я просто тебя погнал. А ты реально испугалась. Сейчас. Джош, серьезно, там что-то есть. Попался! Ладно, очко в твою пользу. 30-0. Погоди, а первое это очко откуда? Счет не с 30? Нет, с 15. Но я больше по настольному теннису. Джош! Что? Какой-то ровный ритм. Это как-то очень странно. Может, надо посмотреть? Да ну. А что, если труба вот-вот лопнет или с котлом проблема? Вряд ли. На твоем месте? Я бы проверила, а то потом родители убьют. Да, ты права. Ладно. Чтобы никто не залез! Эй! Что? Эй! Какого хрена? Клёво я прикололся. Чего? Да, вообще отлично. Вот зачем так делать? Скажи! Тут столько всякого прикольного старого хлама, ты не представляешь, я просто не мог удержаться. Ты что вообще? А ты был в курсе? Не, а жаль. Степ, что надо. Я готова признать, что твой тупой розыгрыш, пожалуй, был смешной. Ну так, чуть-чуть. Мастер шуток! А вот про шутки я ничего не говорила. Твой розыгрыш тупой. Скажи честно, ты насмерть перепугалась. А вот и нет! Ну пустила ведь в штаны, Джош! А? Что это на тебе за балахон? Я нашел призвание. Надеюсь, ты примешь обет молчания. Ладно, ладно, ты хоть доску нашел?
А вот наш пропуск в мир духов. Знаете что? Нет. На сегодня хватит с меня кошмаров. Предсказываю себе горячую ванну прямо сейчас. А вы развлекайтесь. О, кстати, берегитесь Джоша. Он приколист. Хорошо. Я хочу понять, как ты относишься к людям, которые боятся одиночества. Ты разделяешь этот страх? А как ты относишься к тем, кто этого боится? Ясно, Майк боится одиночества. Тебе его жалко? Однако же, судя по твоей игре, этого не скажешь, согласись. Теперь давай подробнее рассмотрим твое отношение к другим людям. Какие качества ты ценишь в себе и в других? Что тебе важнее найти в друзьях? Преданность или честность? То есть ты не станешь лгать? Даже если это будет грозить твоему другу проблемами. А если честность против доброты? Надо же, какой добрый человек. Как мило. О, к сожалению, наше время вышло. И еще увидимся.